такого опасного. Так, ну Нун решает сверху пойти. Дальний выход он выбирает. Ну и синий с Демос в результате приходит первым. Намного, кстати, раньше. Ну а с другой стороны, это особого преимущества и не дало, потому что красная команда все равно вышла по широкой, а Демомен трапил исключительно аптеку. Но все равно, посмотри, минуса-то какие идут. Довольно-таки неплохой размен. Довольно равный, но не за счет преимущества того самого Демомена. Не, ну конечно, без преимущества, там просто повезло, что они сдержали эту аркаду жуткую. Ну, смотри, нет, не смог все-таки. Нун убил этого скаута, который все-таки забрал медика, ну и сейчас будут забирать центр. Ну, я думаю, ему стоит отойти, потому что он не удержит один центр, а... Да нет, походу... рискуют примерно одинаковые, и одновременно придут и свои, и чужие. Ему нужно лишь грамотно затрапать, чтобы его не сразу не смогли убить. Да, ну что он и сделал. Вот так сейчас. Не, ну он сделал все правильно, он затрэпал широкую слева, и все нормально. Итак, что же, вот что сейчас будут делать с командой? Посмотри, Убера одинаково примерно, даже чуть больше у реджектов, потому что медик умер попозже. Они про это знают, и поэтому они идут дальше на бочку. Так, ну там трэп от Демоса, он взорвал ее как-то рано. Довольно необычно, что на этом карте игры сразу... О, криты пошли! И с критами сейчас планируют забрать центр, но у них ничего не выйдет. Очень никого грамотно отошли не красная команда, никого не убили, их сейчас нету убера. Это провал. О, пилит. Медик пытается получить хоть что-то. Он, кстати, запилил скаута, и сейчас демон просто разбирает реджектов, а медик напилил криты. И то есть сейчас вот критов уже 70%. Посмотри, то есть криты считай через 20 секунд после того, как они их использовали. Это очень круто. Сейчас уже опять будут криты. Да, и можно дальше пушить. Главное, что не слили медика. Но единственное, они, конечно, запылили. И вот пошли криты, снайпер стоит вообще проходит, а он, видимо, будет перерезливаться. Да не будет он перерезливаться. Я думаю, он останется, попробует кого-нибудь хотя бы забрать. Уже перерезался, молодец. Да, все, ты перерезался. Так, ну заберут ли они вторую точку? Да, походу заберут. Ее отдают, в принципе. Да опять а, нет, просто, не понимаешь? Дают, смотри, тяжелая команда, она в принципе стоит, а все еще воюет. Но ясное дело, потому что у красных сидит медик опять. Нужно вот стоять и как бы держаться, переспамливать соперника. Потому что у них нету медика, переспамить их намного легче. Потому что ХП не восстанавливается, в отличие от синих. Сейчас слева вот идут. Сейчас с критами должны зайти отлично команды. Просто. На сразу ура, убивается скрита. Так, ну и что у нас? Начинаются минуса, минус 4, ну и забрали, 1-0. Криты решили сейчас исход раунда, не с первого раза, конечно, но со второго, вот с третьего, так потихонечку вспомнить, как их использовать, все получилось. Вообще, очень динамичный раунд получился, несмотря на очень равный центр. Это мне понравилось. Очень отлично отыграли сейчас. Да, вот посмотрите, тактика выхода. Один солдат обязательно выходит на кирке, а второго медик хилит. То есть, подходя ко второму солдату, который был на кирке, медик отхиливает ему все 300 хп просто в считанные секунды, потому что его долго не хилили. Есть такая особенность у медика, то есть, если долго кого-то не хилил, то он хилит его... Да, то он хилит его очень-очень быстро. Ну что, рефьюзы вот зашли с критами. Сейчас криты заюзают? Нет, все-таки медик думал зажигаться, не зажегся. Потому что нормальный минус вот у вот смотрите, какая реджекта. Вот правильная вещь. Синяя команда, она выбирает, кому брать точку. Вот у них два скота брала точка, а вся тяжелая в это время связка, она прошла дальше. Да, вот это, кстати, очень тоже правильное решение. То есть, опять же, это называется геймсенсом. То есть, это идет на уровне таком подсознательном, что скауты забирают точку, а остальные все пушат. Кстати, сейчас вот, смотри, криты остались у рефьюзов, они сейчас их будут юзать, когда реджекты уже прожглись. Ну, сейчас криты пойдут, их ждут уже сверху. Не, ну глупо, не получилось никого забрать. А, нет, забрали одного. Ну и все, минус 6 было, 3 человека реснулось у синих, ну и, наверное, будут блочить они. Тут демос, солдат, скаут. Да, будет аркада на медика, думаю, нужно забрать медика у красных. Но они-то не знают, что медик сейчас не вышел вообще на центр даже. У реджектов-то.
Да, отдали. Немножко поспамили синие и отошли. Но все верно. И, кстати, у синих-то плюс у выбери. Что, неужели медика сливали? А, да-да-да, Локо. Как раз-таки тем критом и убили медика, что-то я немного проворонил этот момент. Солдат единственную ракету попал в медика и убил. Ну и сейчас опять синие будут, как только криты подготовятся, пытаться пропушить. Ждать им нет смысла. Обычно, если бы тут обычно выборы были, тут была бы очень долгая застойка, пока не было бы какого-нибудь минуса или другого весомого повода пушить. Так странно, чего команда тут негодует насчет Убера обычного. Потому что Убер разрешен. Да, вот сами поняли свой фейл и извинились, наверное, немного так. Так, ну что, криты на Убер. Теперь понятно, почему синяя команда использовала криты. Просто дело все было в том, что они думали, что запрещен обычный Убер. Так, ну, повезло синим, повезло, потому что выход у них не удался с самого начала с критами, а просто-напросто реджекты ну, зафейлили у нас супер, да. Зафейлились, а сам пуш очень хорошо. Смотри, получился. смотри, заблочили. Скаут тут заблочил отлично, просто на ура центр. Ну и нужно дальше пушить. Выйдут ли они на... Да, выходят на бочку, вот. Тут видят солдата. Отлично, дает скаут просто на двух ракетах. И солд... и смотри, связка с солдами. Да, идет да, в гараж, да, смотри, проходит сейчас гараж. Будет покапить, но ее ловят. Не дали зайти, а у них хороший, хитрый план получался такой. Но прочитали его. Они даже не планируют останавливать, они продолжат. Они сверху просто решили пойти, немножко изменить. Ну, аркадный солдат куда-то ушел, его заминусят, ну это понятно было. Да, это неправильно. Криты заюзали. Ну, молодец, просто лайн красотулечка. Заставил команду заюзать криты. И отдается медик у красной команды. А посмотри, где находится медик со скаутом. Они, скорее всего, будут бэкэпить. Главное сейчас не спалиться медик у реджектов. Потому что он сейчас закричит «I'm fully charged». И если услышит эта команда противников и не слэшпенит, то будет сложно. А ну вот, зажгли супер, забрали солдата и бэкэп. На убер я такого еще не видел на самом деле. Ну и сейчас будет ли бэкэп, смогут ли они... Ох, не смогли! Мы дали секунды, совсем решили, чуть-чуть. Это... Совсем чуть-чуть. Дали секунды. Не повезло, здесь не повезло, просто не смогли нормально заблочить. Но идея отличная. Сейчас можно забрать медика, кстати, вот скаут пошел на медика, ну сможет он забрать его. И не дали. Блин. И забрали в итоге медика красный. Странно, что медик остался полным после этих себе выстрелов. Я удивлен на самом деле. И тут еще одна аркада от медик, от солдата на этот раз, и наконец-то распечатал жизнь у медика. Да, да, но как бы чтобы слить его нужно нанести урона 150, а не всего лишь 50, как это сделал сейчас солдат. Тут да. Скаут-то 6 раз выстрелил, и 0 нанес. Сейчас вот заставляют отойти команду все-таки на вторую точку. Ну что, криты уже готовы у рефьюзов? Это будет выход. Так зажигают, забирают медика. Отдается медик у синей команды, отдается у обоих медик у красной команды. Да. Ну и раз минус 4, медиками... минус 1. Да, ну просто вовремя и правильно заюзали криты и забрали как бы побольше. Минус 6, 6. Минус 1, это раунд. Да, это раунд абсолютно. Так, ну 2-0. Рефьюзы все-таки чуть-чуть на уровне... Выше как-то выглядят реджектов, но оно и не мудрено, все-таки реджекты играют с двумя мерками, да еще и как бы все-таки это недавно сформировавшаяся такая команда. Да ладно, недавно. Лайн, это команда очень старая на самом деле, Лайн раньше играл в этой команде. Но опять же, реджекты это другие были, в том-то и дело, как бы название осталось, игроки поменялись. А, там игроки изменились? Да, конечно. Так, ну сейчас аркада от синих идет широкой. Ну и что? Забрал медика. Просто одетто сейчас великолепно сыграл, забрал медика. И аркада просто у него удается сейчас. Ну и криты здесь заюзали. Не успели криты нормально заюзать. Заминусили медика. Ну и уравняли сейчас шансы. Интересно, вот все-таки решат наконец-то у нас рефьюзы
отказаться от критов, либо реджект и взять криты. Вот это вот интересный вообще, момент. Вообще, идея этого турнира вообще в целом, это посмотреть на QuickFix. Но что-то да. Не получается на него посмотреть пока. QuickFix почему-то что-то чересчур серьезно относится команда к этому турниру. Наоборот, я бы заставлял медика пользоваться QuickFix, как раз таки именно проверить его в ситуациях, что, как, почему. Потому что, к примеру, вот уже определенно понятно, что на последнюю точку, если команда берет Хэвика и инженера, то ее взять практически невозможно с QuickFix. Просто потому что ну, не хватает хилки, не хватает этого всего. Хоть и у него хил-рейт в 300% исчисляется. Рефьюзов уже готов крит. И они сейчас, скорее всего, пойдут вперед. Так, ну вот, пошли. Нет, не пошли, не пошли. Что-то боятся. Ну, если они хотят реализовать что-то, то нужно им как раз-таки нужно сейчас реализовывать. Вообще, QuickFix это уже, наверное, по описанию довольно-таки небалансный медиган, потому что... на бессмертие, но променять по сути тройную скорость хила и скорость выше быстрее, чем у обычного хил-рейта, да. Ну и скорость скаута в игре, если выбер на скаута включать. Это на самом деле не та цена бессмертия. Я, если честно, когда первый раз увидел QuickFix, я подумал, что он в 300% дает оверхила. То есть, когда зажигаешь убер, да, то есть этот, то ты можешь дать 300% оверхила. И я думаю, блин, так это ж круто, понимаешь, 300% оверхила. То есть, понимаешь, ну, некоторые да, классы удобно. Будут просто неубиваемы в таком случае. 900 то есть... кп хэвик. Да, и, кстати, проблема еще QuickFix в том, что он оверхила не дает. То есть, немножко глупо все-таки. Немножко не то. Может, кстати, можно было сделать этот QuickFix в том, что он хиляет быстрее, да, не дает оверхила. Но, опять же, тот же самый Uber у тебя есть. То есть, немножко другая разновидность обычного Uber. Ну, сейчас красные пушают с Uber обычным. Ну и возьму, да, взяли раунд 2-1. Ну что, вернулись, показали, что все-таки Uber, опять же, не просто так создан в игре, что он получше все-таки критов в определенных ситуациях. Ну и у нас очередной выход на центр. На котором просто завязано, наверное, завязано преимущество начала игры. Кто лучше выйдет на центр, тот и победит. Ну, победит, ясное дело, на центре. Так, ну, красный выходит с широкой, аркадный солдат. Снова аркадный солдат, неудачно. Но солд разменивается один еще на второго солдата. У нас минус 2 солдата у обеих команд. И красная команда теряет еще одного солдата и скаута. Да, ну нужно отходить, здесь как бы минуса-то большие. Успеет ли отойти медик, самое главное сохранить его. И, нет, не успел, последний стики Марк каким-то образом все-таки забрал медика, к сожалению. Для реджектов, да, а рефьюзы дальше идут. У них там, криты, убер. Ну и сейчас у рефьюзов значительное преимущество. У них убер, у них обычный убер. Ну, я думаю, это раунд, потому что минус 6 на центре, убер преимущество, и все остались живы у рефьюзов. Ну что, нужно идти. Ну, последнюю точку, в принципе, реально дефить без убера, но это нужно постараться и сделать все правильно, и угадать со стороны. Со стороны, за минус 7? Нет. И не брать никакого снайпера, а наоборот взять что-нибудь в почему? Стиле скаута. Вот сейчас вот он снайпер заставил зажечься медика, так бы он долго еще не зажигался. Ну, минус 2, да, к сожалению. Реджекты не смогут выстоять, это уже заметно. Минус медик, да, ну и все. Да, согласен, в такой ситуации, скорее всего, все-таки хэвик был бы, наверное, полезнее. Хотя, ну, да. Хотя, ты понимаешь, весь если снайпер... разница убира, это не то, что решает, на самом деле. Ну, понимаешь, если бы снайпер все-таки попал бы в медика хедшотом, то медик бы был минус, и как бы ты был бы не прав в том, что... Снайпер на лесте это не зачем. Ну ясно дело. Ну и забудь, это снайпер все-таки топ уровня, так что я думаю, снайпер мог спокойно заминусить медика, но у него не получилось просто. Так, ну что, выход на центр, очередной. Так, аркада на медик, ну заберет солдат его, очень хитовый медик у рефьюзов. Снова идет довольно легкий размен с солдатами.
Но у реджектов остался живых один салат, а это сейчас будет минус медик, я подозреваю. Нет, включили, закрыли, включили просто... шикарно. Последний момент, просто спас команду. Ну а у медика красных-то есть убер или нет? Он просто убегал. Нет убера, 87%. Чувствую, информация-то есть у реджектов про то, что у медика-то нет убера. И он убежал, просто быстрее, он с центра убежал. Забоялся, убежал. Вот только сейчас начинает копиться. Нужно докопиться, он 2%, он наконец-то. Заставил понервничать свою команду Локо. Вот и снова, вот у красной команды есть преимущество. Ну, то есть, ну, теперь у красной команды есть преимущество и в точку, и в выбор. Это, на самом деле, очень не самый неприятный исход борьбы на центре. Ну, очень хорошо сыграл здесь Домоман Реджектов, так же, как и повезло медику, что демон не слился его, и он сохранил еще убер, и потом его накопил. Ну что, пушить надо дальше. Они сейчас будут не стоять на точку, а дальше проходить. Все верно делают. Нужно дальше, дальше, дальше бежать. Эх, как-то пропустили, не забрали точку. Что-то неправильно немножко сделали реджекты. Наверное, нужно было все-таки им пушить под убером. Дальше на медика, а не топтаться на второй точке. И вот, пожалуйста, минус медик у реджектов. Ну и размены тут идут. Ну что... Один Домоман остался, я думаю, нужно ему трэпить как-то вторую точку. Да, вот он тут один трэп такой оставил. Проверяют трэпы солдат. Вот он забирает спам, ну, не даст, наверное, Нун ему захватить просто так точку, да, уже подмога подошла. Ну и что, задефили вторую точку, но рефьюзов уже убер, да. И сейчас и будет минус мед, минус дальше. Мед, и демонса тоже сольет, если это будет хорошо. Ой, ну просто великолепно играет под убером. Минус 4 у команды красных. Сейчас и минус 5. Это... Просто Делих просто молодцом. И сейчас еще будет взят еще и центр. Прекрасно. Да, накатом это уже идет, и если реджекты... Стой, у нас здесь бэкэп. Смотри. Скаут-то... А, нет, скаут все-таки заминусил солдата, а мог быть и бэкэп от солдата. А так... Что за фонит вот сейчас? Это странно. Интересно. Это не я. Я тоже его слышу. Но и на бочке собираются команды. У синих... Что по уберу? У синих... А, ну 46 против 90. Это... Это значительно, большое, очень конечно. Значительно. Да, сейчас это синие будут секунд. Пушить, уверенно надо пушить. Смотри, скауты замануху на узкой делают, второму скауту сейчас скаут выйдет. А синие команда решает с широкой пушить. Здесь стреляет. Стреляет за демо-скаута красные, включается убер. Просто повезло. Красные. Повезло красные сейчас. Игроки сейчас могут накопить убер, у них реальная возможность этого есть. Они сейчас 95%. Так и делают, так и делают, да зажигаются, убер. Нужно блочить. И блочат, ну, они, дальше, скорее всего, заблочат демоса. Они уже эту точку. Забрали минус демоса, 4 на минус 4. 2. Шикарно, Адефи. Сделали все, что могли. Сейчас реально ситуация была смешная для синих, когда они выходили с широкой. Там трэпа такая очень странная висела. И когда ее сбили, она прямо медику под ноги вылетела. И медик зажегся в этот момент, когда она взорвалась прямо. И то есть действительно повезло медику и вообще всей синей команде, что они сохранили медика в этот момент. Очень-очень такая курьезный момент был, но повезло. Не произошло, к сожалению, этого курьеза. Так, ну что, синяя команда имеет преимущество в выборе, и они остаются защищать бочку у нас. Так, ну, как-то по-другому решит идти вперед у нас красная команда или нет? Да, они решают идти с узкой, собираются тут с узкой, все с узкой, ну вот, пойдут с узкой. Докапливают обе, и сейчас пойдут. Или решать все-таки нет, пойду. Чекаются трэпы. Да, это самое важное солдатам, проверять трэпы. Ну и тут уже трэпа просто могущественная стоит, лайн аркадил. Ну, ясно, и остальная команда почему-то решила не выходить. Я не понял, почему. Вот смотри, вот солдат выпрыгнул, а остальные решили подождать. Просто проблема была в том, что они не захотели сжигаться, а перед ними была тропа, просто могущественная. Там из четырех трэпы, то есть если бы демон пошел дальше, там его бы слили. Ну потом уже и уничтожили. А, там еще поставили? Конечно. Я пропустил. В том-то и дело, я за ними наблюдал, как бы. Ну и сейчас там... синяя команда вот зажигается на поляне, и они пушат центр с минус 3 красной команды. Два вот. Солдата и скаут остаются на центре, они, видимо... А, они, смотри, они прячутся за ящиком, и у них ничего не получилось. Очень жаль. Но какая перспектива была? Они там сейчас... А, нет, все-таки не то. Да, перспектива была сделать минус 6. А посмотри, минус 2.
в итоге все-таки эти сделали, да. Ну да. Ну что, реджектам надо немножко собраться. Совсем чуть-чуть. Потому что времени остается 10 минут, ну, 9 с небольшим, а счет немножко не в их пользу. 3-1. Кстати, до полного разгрома, то есть вот разгром, после кого, ну, после счета, которого дальше не играет, это считается 5-0. То есть, к примеру, там 6-1, 7-2. То есть, если время еще есть, но игра закончится счетом, ну, с разницей в 5 очков, то все, команда победила, считается, и дальше не играет. Ну так, у нас здесь скауты сейчас нанесли просто массу урона. И дальше бежит скаут рейджов на... Ну, рейджов, блин, реджектов на центр, будет бэккэпить. А просто проблема-то в том, что синий находится далеко-далеко от второй точки, и медика сейчас сольёт. И сейчас ещё и медик будет слить. Да, ну просто великолепно одето слил солдата и медика, и горячая центр точка сейчас центра. Центр тоже, в принципе, защищен. Ну, не то, что центр защищен, посмотри, он просто красный. То есть осталось там чуть-чуть встать на нее, плюнуть, и как бы она возьмется, я думаю, без проблем. Ну там солдат рядом весь реагирует. Вот скал пытается пробежать, кстати, про на твою горячую точку, но у него сейчас ничего не получится. Не, ну это глупо, нужно пушить всей командой, как бы реджектом выйти и попробовать запушить, потому что минус один, минус скаут, они знают это и попробуют, вот наверное, реализовать. Планируется в этот соуской. Реализовывают, нет? Как раз команды. Нет, ну у обоих команд нет убера, они это знают, они попытаются здесь все-таки реализовать эту горячую точку. Нет, отошли, забоялись. Ну правильно, там как бы всегда, когда ты атакуешь, ты находишься в немного невыгодной позиции, потому что защищающаяся команда находится чуть-чуть подальше от тебя, тебе приходится оголять тылы немножко, выходить из узких проходов, куда летит просто масса спама. Ну, основной смысл именно в этих узких проходах. Через узкие проходы очень сложно проходить из-за этого самого спама. Да, и как бы понимаешь, самое главное вовремя понять, что тебе нужно отойти. И реджекты вовремя это поняли, решили все-таки не пушить. У них убера уже столько же, сколько и у синих, и решили пойти с широкой все-таки, все правильно. Так и надо делать. А тем временем синим пошли на бэкэп. Посмотри, сейчас может произойти просто... это вот первый раз такое я видел, когда факел бригада на официальной игре, ну, для всех остальных факел бригейд, это команда премьер дивизиона, значит, у них это была домашняя заготовка, они до последнего ждали, когда команда противника будет пушить по широкой, и только как только они зажигались, команда резко-резко убегала на узкую и обходила и бэкэпила как бы вот вторую точку и тем самым брала раунд. То есть когда это в первый раз увидели, это было действительно смешно и действительно отличный тактический ход и задумка вообще великолепная и реализация ее. Ну так, у нас выход на центр. Ну, да, неплохо. Сразу ой, получают преимущество, да, нет, огромная просто... красная команда, сливается солдат, скаут, да, здесь все сливаются, остается только один солд. Ну да, просто не ожидали это минус 6. Такого развода от рефьюзов. Они их развели действительно просто по всем параметрам в прошлом раунде. И сейчас решили зааркадить реджекты, но... как-то отдались в итоге. Вот сейчас еще даст Демоса, скорее всего. Ну да, и Далех забирает Демоса. Ну просто это раунд этого солдата. Далет реально просто на центре там заовнил. И сейчас вот просто великолепно сыграл против Демоса. Ну сейчас будут пушить рефьюзы, и это будет, скорее всего, счет 5-1. Ну и не оставляя шансов реджектам. Хэвика взяли, вот посмотри, вместо снайпера, ну Хэвика забрали. Довольно-таки быстро. Ну тут уже никого особо-то нету, тут нету мяса такого достаточно. А я смотрю, вот еще чуть-чуть бы они продержались на точке и уже забрали. Да, был бы бэкэп. А был бы бэкэп. Так, ну что. Да, вот если там спрашивают, почему вы атаковали вторую в таком, типа, исполнении. Это про Демоса и остальных, кто сливались. Это было глупо довольно-таки. Так, ну, не надо отчаиваться, счет как бы хоть и 5-1. Получает преимущество синий, видимо, а красный, видимо, выходит с другой стороны, и опять же красный выходит с широкой.
Ну и уже просекли фишку, все просто рефьюзы. Они заходят сверху и не дают вообще выйти противнику. Но, тем не менее, реджект нам это на руку. Они сейчас побеждают по команде. Я не знаю, каким образом, а если честно, они их перестреляли, потому что они были все хитовые. То есть там бы одного демоса, вот одну стику демоса, я думаю, бы все реджекты просто полегли моментом. То есть самой стики не хватило, которую положил на узкую. Как раз таки ее вот не хватило. Так, ну что, реджекты, ну как бы понятно, можно понять рефьюзов, они расслабились и сдали центр все-таки. Не получилось немного у них сдержать натиск реджектов. Хотя нет, им удалось сдержать натиск, просто они пошли чересчур в аркаду потом и все убились. Ну что, реджекты смогут ли взять раунд? У них всего лишь 4 минуты на это, можно даже взять 2 раунда. Ну, посмотрим. Они решили пойти сверху, тут идут солдат с медиком. Ну все, спалились уже, решили дальше не идти. Так, ну ничего такого особенного не происходит. Расскажу преимущество вообще, почему вот сейчас команда пошла вот в гараж. Как бы преимущество в гараже, оно есть в том, что вот в этом. Вот сейчас зажглась команда на почку противника, а у самих у них остался, как бы должен был остаться убер, но медика просто убили. Как бы немного не повезло реджектам, но хотя задумка была отличная. Просто как бы в ситуации, когда есть убер, и чувствуете, что нельзя зайти как-то по центру на вторую точку, наверное, все-таки следует пойти слева, пойти с гаража. Соперник просто не будет ожидать, потому что он ожидает вас уже широкой, потому что у них все силы сконцентрированы туда. А в гараже, скорее всего, какое-то ослабление есть, и... Смотри, солдат, кстати, прячется. Они планируют открывать бочку, и солдат спрятался. Ой, ну неужели это... пройдет это сейчас? Солдат и скаут. Солдат и скаут, более того. Ну, заберут только солдата в итоге, да. Ну, а все, хотя все тяжелые, запали. Видимо, пошли по другой стороне. Да-да-да, так и есть. Все пошли по гаражу и... Ну вот, да, вот про что я и говорил, с гаража заходишь, и ты получаешься, что заходишь просто в тыл сопернику. И сопернику действительно очень-очень сложно обороняться против того, как у него оголяется тыл, особенно когда оттуда еще и спамят конкретно. Но опять сейчас сольют медика. Аркадят на медика, и ну, он сейчас сольется от демоса вот этого. Да, да. И все. Ну все, здесь 6-1, вот про что я говорил. То есть довольно-таки быстро взяли, ну, относительно быстро взяли раунд. Нет, не взяли раунд, слушай, повезло. Так, ну, я тут попрошу сейчас... Да, да, немного провал какой-то. Начал я уже наперед поздравлять команду. Не повезло. Ну сейчас они с убером планируют выйти, у них все равно все получится, потому что у красной команды на это время не будет убера. Им придется брать что-либо типа хэвита вместо одного скаута и вторым скаутом пытаться надбэкапить. Иначе они сейчас сольют точку, на мой взгляд. Да, вот сливаются уже первый мед. Так, ну я уже пойду за следующей игрой. Попробую намутить коннект. Да. Очень хорошо, на самом деле, что ввели такое правило, что преимущество в 5 очков, и оно все уже заканчивает игру. Да, я помню, у нас у себя такая проблема была по Team Fortress, что все игры, кроме финала, игрались 18-0, либо 0-18. Так, ну сейчас уже произойдет финал этого кубка. В финале будет играть. Значит, в финале будет играть Team Refuse против Team Spam Effect. Очень сильная команда, которая очень хорошо играла в предыдущем сезоне, хоть и дивизионом была она довольно-таки низким по
по отношению к себе, к своей игре. Так, ну что, обе команды определились, сейчас не определяться с сервером, и тогда уже начнем трансляцию финала, это будет Badlands. Надеюсь, все-таки они договорятся и будут играть с квикфиксом без Uber обычного. Хотя бы как-то удивят зрителей. Так, ну, тут вопрос на одном сайте, значит, почему игроки используют отдаленное оружие от себя такое? Есть вот такое поверье в ТЭФе, что оружие все-таки мешает играть, и если оно чем меньше... сейчас, кстати, мне дали коннект, вон, в TeamSpeak, Варден, Пандела. Так, ну вот, есть такое поверье, что все-таки больше ты видишь и легче немножко ориентироваться тебе против своих соперников, и как бы видеть больше можно. А также, к примеру, я играю вообще без оружия, то есть у меня меняется только прицел, к примеру, липучки, либо банки, да, то есть разный прицел в этот момент происходит. Я вижу, то есть чем я стреляю. Ну и когда я выбираю, к примеру, мели, то это тогда получается, я его вижу, то есть это все сделано одной программкой, скриптом, то ее можно найти, она довольно-таки популярная. Кстати, вот, Пандела, ты как играешь, с моделькой, без? Ты знаешь, я довольно долго играл без модельки, мне на самом деле не понравилось. Я играю с моделькой и никогда ни на что не променяю свой розовый кружочек, с которым я уже играю вместо прицела уже полгода. Мне как бы моделька оружия ничем не мешает играть, и в принципе с ней удобнее, на мой взгляд. Просто просчитывать тайминги там и смотреть, когда Зера, можно стрелять сразу после перезаряда. Будь добр, выйди, пожалуйста, а то на всех-то не хватит здесь. Ну, я просто про то, что на всех не хватит, может быть, сервера. Я тоже думал, если честно, что это СТВ. Но мне дали, оказывается, коннект прямо на сервер. Ну, если они дали коннект, то я думаю, согласны. Ну, я чувствую, что нужно ждать ближайшие игры по ТФ2, ближайшие кубки, и то есть любой ближайший кубок мы обязательно будем стримить. Пока что нету никакой информации по этим кубкам, то есть как только, так сразу, я думаю. Я думаю, в ближайшее время какие-нибудь кубки появятся, и мы будем рады только постримить, и если люди будут смотреть и слушать, то это вдвойне приятно. Ну так.
Ну да, трансляции будут как бы в записи, вот на этом канале. На этом канале в записи будут. Да. На этом канале в записи вот. Будут. То есть спокойно вы сможете посмотреть запись этих игр с нашими комментариями. Также есть такой сайт vanillatf2.org. Этот сайт посвящен абсолютно всему про TF2 в Европе, ну и не только в Европе, и в Америке. Кстати, в ближайшее время наступит пора ланов, летних ланов. Это будет ассамблея в Финляндии, на которой TF2 вернулся. Благо, Valve спасло это просто весь TF пока что. Ну, от вот таких вот неприятностей, что вначале вроде как лан будет по ТФу в Финляндии, а потом сказали, что не будет, потому что... Подожди, а Valve как-то причастны к тому? Ну, конечно, конечно. Как, кто же как не Valve сделал бесплатный ТФ, и сейчас в него играет порядка 100 тысяч по всему миру. А, из-за бесплатного ТФа сделали? Конечно. Также скоро будет в Англии... Слушайте, мне пишут... Не, ну я думаю, что мы не пойдем все-таки стримить сейчас... стримить Golden Cup мид-сетки, где ЕСы вышли в финал и дошли до Golden Cup. Просто если мы сейчас уйдем туда стримить... Да, что? Да, если у вас все еще лагает, нажимайте SD. Я, кстати, в следующий раз обязательно буду напоминать про это, потому что лаги-то, ну, нету лагов, я тоже проверял. К примеру, у всех, у кого нормальный интернет на Голландию, то лагов вообще не должно быть, потому что сервис OVNA, да, построен тем образом, как торренты. То есть ты скачал с сервера, к примеру, скачало 5 человек, они раздают на следующем, и нет, так в итоге... Нет, PvP никак ничего вообще не имеет. Нет? Разве? А-а. Нет, да, Овнет и Джастин, они все PvP. А как ты думаешь, 5000 человек смотрят игры по Лолу? Не 5000 игр по Лолу смотрят, я тебе скажу. Ну, побольше. 160 тысяч смотрят. Не, ну, я... Прямые трансляции обычно, ну, не каких-нибудь чемпионатов, а обычные просто трансляции. По 5000 смотрят нормально, ничего не лагает. Ну вот, я тебе просто про то, что чем больше народу смотрит нас, тем меньше лагов у вас будет. Ну, да. Опять же, смотря какой интернет, ясное дело, да, не спасет вас то, что... Да, если вы испытываете дискомфорт в просмотре, вы можете послушать также нас, скачать программу TeamSpeak и зайти на канал Mumble, который озвучили на TF2INI, кстати. А потом зайти на СТВ, на котором мы смотрим, и, в принципе, посмотреть то же самое. Ага, так, мы еще... Игра задерживается из-за того, что английская комьюнити тоже транслирует эту игру, и они ждут комментатора от английского комьюнити, так что игра задерживается только по этому поводу. Не, мы не английского? Спешим. Да. Насколько я знаю, есть только Vanilla TV еще какая-нибудь. А что это? Что за Serap TV тогда? Сирап, турки, что ли? Вот это хрен его знает. Ну, я надеюсь, что турки тоже пошли по такому же принципу, как и мы. Ну, только что всего две команды было на этой F2 или довольно давно. Ну да. Таких хороших. Кстати, да, я больше даже не помню. И то они выше... С некоторыми турками я до сих пор общаюсь, они очень хорошие ребята. Так, ну, финал. Понесся, как бы солдаты у синих выходят снизу. Сразу уже информация есть. Снизу. Красный солдат сразу прячется в туалете, ловит скаута. Или скаут его ловит. Нет, все-таки солдат остается в живых, но с 22 хп. Очень неприятная ситуация для синих игроков. У них минус 4.
У красных игроков остался не в живых только скаут. Кстати, ну красный здесь, считай, такой более-менее микс играет. Но я по никам тут никого не знаю, так что... Мне не судить. Так, ну что, красный потихоньку заходит наверх, в лобби. Ай, скаут! Просто великолепно аркада от скаута заминусил медика. Пропустили солдаты скаута на медика, и он как бы в этот момент сразу же заминусил. И только сейчас убил демо с этого скаута. Кстати, у красных спай... Варден, прошу тебя, посмотрим давай за спаем, что он будет делать. Он сейчас за стаканом находится и, наверное, зарежет того солдата, если у него получится, и забэкэпит. Ну, тихо, я боюсь глазить просто. Ушел. Он, да, он за медиком, увидел медика. Не видит. Оп, спалили медик. Опа! Ну, нет, блин, к сожалению. Он два раза его резанул. Да, ну, нет, понимаешь, это уже уровень все-таки медиков, он будет поворачиваться, это как бы, ну, должно быть в крови у хорошего медика поворачиваться. То есть, ну, опять же, всем медикам, которые смотрят сейчас, которые выбрали этот нелегкий класс, обязательно нужно смотреть всегда вот на последних, на вторых точках, когда вот такое затишье идет, смотреть за спину, потому что там обычно любят приходить скауты, солдат какой-нибудь. Кстати, стерявшийся. Кстати, про опытных медиков, мы когда с Мебелином играли, я постоянно удивлялся, с какой сенсой он играет. У него сенсаж топал около 3 сантиметров на 360 градусов, и поэтому он постоянно просто крутился по всей карте. Да, этот медик... Замечательно с ним играть, кроме того, как он смотрит всю карту, так он еще и контролирует всю игру. Так, ну что, зажигаются команды на Лесте тут. Ой, как сейчас просто у рефьюзов медик всех, просто всех, кого только можно. И действительно они хорошо задефали, просто медик сейчас спас всю команду. Действительно было великолепно, ну, все сделано. Очень хорошо раскидан на Uber у обоих команд. Никого не потеряли почти в этой битве. Теряется, кстати, медику у синей команды. Абсолютно так нелепо, надо сказать. Так, ну просто здесь... Они собираются обратно пушить красные игроки. У них как-то в новый убер, у синих нет убера, только медик появился. И бэкапится шпиль. Так у нас качельки такие, от одного леста до другого леста. Посмотри, сейчас бэкэп пройдет, бэкэп у синих. Да, проходит. Да, проходит просто бэкэп. Великолепно. А тут на лесте солдаты, и ему не дали захватить. Посмотри, какие размены идут. Просто от одного леста до другого, просто великолепный финал. Это уже можно просто отметить. Итак. Что у нас проходит дальше? Так, ну что, рефьюзы тут у нас выходят уже наконец-то на бетон. Да, проходит дальше, нужно на стрелку подниматься. Красный тем временем занимает свой положенный вагон. Копится там. Они знают, что уберы, в принципе, будут примерно... Да, что-то примерно точно одновременно. Ну, я думаю, одна из команд по-любому пойдет в аркаду. Хотя бы один солдат точно упрыгнет. Скорее всего, это будет солдат красных. Он будет аркадить на меда, чтобы зажечь его пораньше. Ну, я надеюсь, что Демос наконец-то повесит где-нибудь трэп, а то он только что-то... Идет борьба между солдатами за дом. Как только вот я подумал об этом, демон сразу же исполнил. Нет, решает все-таки пушить синие. Ну да, он взорвал. А демон повис, что-то он виснет у них. Лагать. Зажгли убер красные игроки, зажгли убер синие игроки. У красных игроков он будет позже. Не, ну, ой, хорошо. Не, понимаешь, все-таки рефьюзом, наверное... Не повезло просто тем моментом, что Демос в нужный момент залагал, и он просто не смог выйти нормально на центр. Из-за этого пришлось всей команде отходить, а от того, что они отходили, ну, как бы произошел они просто весь минус. Ну, ясное дело, потому что у них закончился Uber, и их просто спамили все в эту узкую щелку в проходе. Да нет, не очевидно еще ничего. А уже очевидно. Нет, очевидно. 1-0, да. Ну хороший такой проход от скаута, взял он точку. Ну что,
1-0, посмотри, рефьюзы, казалось, все-таки смогут взять раунд, а нифига, нифига. Не получилось у них ничего из этого, и взяли спам-эффект. Оп, отличный выход Демоса с этой самой, с балкона. И сразу же заряжает Pipe of Demos. Очень хорошо получилось. А солдат тут заходит сзади. Тем временем красный. Это очень, очень хорошо солдаты сыграли сейчас. Очень аркадно и очень правильно на самом деле. Отжали просто синюю команду все назад и спокойно берется центр. Ну аркадят, просто до последнего аркадят красные. Молодцы, просто великолепно забирают солдата. Но сейчас медика, скорее всего, салют тоже. Пытается он убить хотя бы скаута. Нет, не получилось. Но если бы он зарезал скаута, он бы... И сейчас нужно быстрее брать центр и шпиль. Да, ну посмотри, никого нету, это прям стиль Дигнитас, ну одно, блин, сейчас сформулирую, извиняюсь, значит, это стиль команды Дигнитас, одной из лучших команд своих времен, как бы года полтора, год назад, значит, стиль команды был в том, что они забывали про вторую, про центр и пушили дальше. А в итоге, как бы, они не брали ни центр и сливались от противника на лесте. Тупо из-за того, что никто не хотел кэпать этот центр. Вот такие фрагеры были в команде. Так, ну и что? В общем, по своей глупости красные сейчас отдали преимущество и убер синей команде. Но шпиль, похоже, все равно будет за красной командой, потому что Убер не успеет докопиться, и борьба будет уже с Убером именно за шпиль. Ну да, я думаю, что нужно уже выходить рефьюзом, они это знают. Скорее всего, будут, да, вот Убер, все, пошли в лобби, зажигается Убер у синих, забирают солдата. Забирают медика. Ну все, великолепно, нужно забирать теперь шпиль и четко контролить стрелку, чтобы никто оттуда не прошел. Особенно из дома. Она бэкапе, она-то последняя, остался демонен, которого, в принципе, не так-то и просто сбрить оттуда. Да, но он очень так хитро занял свою позицию. Ну и все, взяли вторую точку. Не, ну, если честно, Мар жутко лагает. Он из Чехии, странно, почему из центра Европы вот так фигово доходит интернет до Голландии. Да, это голландский сервак. Ну ладно. Не будем о грустном. У нас минус опять медик сливается, спаем! Сливается просто медик. Великолепно. И сейчас нужно дальше пушить. Счет 1-0. Напомню. И сейчас, скорее всего, будет счет 2-0. Потому что просто великолепно взяли. Аркадит салат, у него ничего не получается. Красным выходит медик. Да и даже не красным, 100 хп остается. Ну и минус. Не, ну, заминусил, конечно, спай просто. Второй раз у него он попытался. Ну, в плане, что в первый раз на лесте не получилось, а тут уже медик не посмотрел назад. Тут очень неожиданно, на самом деле. Очень редко медиков на центре убивает спай. Понимаешь, это опять же, это вот называется Game Sense, о котором мы говорили не так давно. Что вот если игрок чувствует игру и понимает, что сейчас вот нужно брать спая, почему бы и не взять? Просто. Как бы главное не зафейлить, чтобы команда на тебя потом не рейджила. Вот опять спай, посмотри, взял точку. А почему? Ну да. То есть спай берет точку, в этот момент спамят противника. Все великолепно. Это к победе. Вообще-то сейчас появились такие команды, которые на центр, только на центр выходят вот таким стандартным набором. А сейчас смотри, спай остался и на центре, насколько я вижу. Ну это уже издевательство, конечно, над противником. Это уже да, это уже зря. Если он. Нет, ну почему? Если он заменит солдата. Ой, солдата какого солдата? Медика, то это. Не успел, да? Эх. Да. Кстати, я. О! Заменил медика! Вот это полная демотивация сейчас для рефьюзов. Ну да, это уже проломало красную команду такое получается. Мини-крит там заметила команда рефьюзов. Чувствую, они будут сейчас вайнить на то, что команда противника использовала какое-то неразрешенное оружие. Тут это с этим все очень четко, то есть если команда использует какое-то запрещенное оружие, которое не было разрешено до этого, то она получит, скорее всего, дефлуз. Надеюсь, заходит. Этого не будет, потому что это финал все-таки, ну, что обращать внимание на какие-то там небольшие. Тем более центр, можно просто переиграть и все.
Да, хуй переиграть, просто сейчас жутко лагает Steam. Сейчас был минус медик у красных, и поэтому пошла аркада просто сразу же на синего медика. Вот сразу же, вот просто видно, виден ну, скилл. Да. Скилл игроков, что если они вдруг слили все-таки своего медика, они сразу же, не думая, летят на противника медика. То есть, чтобы это даже не скилл, это шансы. Просто правильное принятие решений. Правильное ну, решение команда принимает и за счет этого выигрывает. Ну, скорее всего, еще была правильная команда от какого-нибудь игрока. Скорее всего, это был медик, конечно, хотелось бы верить, что все-таки медик скомандовал команде аркадить. Ну и уравнялись шансы сейчас. Нет, это уже стандарт сейчас, вот такая, ну, в довольно опытных командах, что если теряет медик...